Еще раз хочу сказать, чтобы не было попыток искажения сути этого закона. Речь идет о том, что президент имеет право до 10%, то есть не более 17 человек, направить в Совет Федерации представителей как бы федерального центра. Я абсолютно уверена, что это будет политическая, научная, культурная, государственная, политическая элита страны, которая опыт этих людей, их знания, их вес и авторитет в обществе только обогатят работу Совета Федерации. У меня есть ощущение, что президент не будет торопиться с заполнением этой квоты. И я не знаю, это право президента, он будет принимать решение, может быть, через год, может быть, через два, может быть, это будет поэтапное какое-то решение с его стороны. Это будет квота заполняться. Поэтому ждать, что завтра мы примем закон и появится 17 новых сенаторов, не приходится. В связи с этим идет обсуждение в прессе, а как же будет с регламентом голосования, потому что добавится 17 сенаторов. Значит, у нас 170 на настоящее время сенаторов, которые по 2 человека от всех субъектов федерации. И квота на голосование определяется, исходя от 170. В зависимости от прихода в Совет Федерации новых сенаторов по президентской квоте, я говорю, я не знаю, может быть, это через год будет, через полгода, через 2 года. В зависимости от этого, количественный состав сенаторов будет увеличиваться ровно на то количество сенаторов, которые приступят к работе. И кворум будет рассчитываться из этого количества сенаторов. Для этого готовятся соответствующие поправки в регламент.